В условиях сегодняшнего затянувшегося экономического кризиса в целом по Украине наблюдается рост преступности, естественно, наша область не исключение. И количество совершенных преступлений в этом году по сравнению с тем же периодом, который был в прошлом, увеличилось на 12,5%. Условно говоря, это на 10 тысяч населения совершается примерно 67,8 правонарушений. Данный рост, безусловно, напрямую связан с преступлениями, в первую очередь совершенные против имущества. Это те же кражи, разбои и грабежи. Причем краж у нас с вами на 20, более чем на 20% увеличение роста совершения данных преступлений. И мы понимаем, что с учетом структуры, организации и всех чинников субъективных и объективных, органы внутренних дел, последственности которых относятся раскрытие, расследование и проведение досудебного следствия по делам данной категории, физически не успевают, понятно, предотвращать весь этот вал. При этом нужно понимать, что определенные усилия правоохранителей области также уделяются и тем преступлениям, которые совершены ранее, на раскрытие так званых преступлений прошлых лет. Вместе с тем, несмотря на все сложности, считаю необходимым отметить все-таки определенный позитив, успех и должное отдать правоохранителям нашей области и признать, что они умеют раскрывать преступления, потому что если взять опять-таки статистику, то уровень раскрываемости преступлений в нашей области, хоть и незначительный, но все-таки больше, чем в целом по Украине, это 38,3%. По Украине это 36,5%.